сніданку. Як смачненько, дякую, Кася. Покладі на місце і зараз же. Гэта ты мне зараз сказала? Тобі, кому ж яще? Ви что-небудь розумієте? Фусь, я нічого. Кася на себе не подобная. У мяне великая просьба. Сёння раніцей не шуміце, калі ласка. Та хто шуміць? Ты, Варочка, і наші глядачі. Да что с тобой, Кася? Мы самые тихие твои сябры. Вы пробачьте, я ведаю, что вы выхованные и николи не шумите раницей, а я на всякий выпадок нагадала. Ты говоришь одними загадками и при этом не дозволяешь частоваться. Ну, добра, одно можно. А ты лепше скажи, ты для кого просмаки подбрыхтовала? Для Лесика? Вот еще, дай вуха скажу. Правды видишь, что? Кася, я только нашим глядачам скажу, больше никому. Ну, добро, глядачам говори. Наша Кася шакая домовика. Угу, я его самого. И он, напевно, выйдет из своей сховки, как поласываться просмаками. А потом снова сховается и будет далее наш домик охотить. Ой, ой, кто это? Домовик, кто ж еще? Лесик? И он самый, не познали? И на во что вы пастку поставили, меня зловить хотели. Ничего мы не ставили, а вот ты напужал нашего гостя. А кто он? Домовичок, и он от твоего грукоту зараз николи не выйдет. А Кася так же дала с ним познакомиться. И я хочу с ним познакомиться, и что теперь робить? А давайте усих запросим на ранішній мультфильм. Правильно! И домовичок может прийти его глядеть. Кася, где твой домовик? Не показался. Может, ему мультфильм не сподобался. Нет, таки мультик не может не сподобаться. Тады я ведаю, где он зараз. Где? Спить. Як? Коли починаются добра ранок, усе прочинаются. А домовик наоборот, спать кладется. Ты это докладно ведаешь? Это логика. Домовичок всю ночь ходит, дома глядает, у кожный куточек зазирает. А коли Сонька показывается, и он ховается и спит до самого вечера. И чому я раней про это не ведала? Ничего, будешь чекать домовика вечером. Ой, Касечка, коли домовичок уже не прийде, я еще одним печеньем почастуюся. И я так само. Это мое любимое. Так, почекайте вы куды? Покиньте для гостей. Мы покинем, просто так смачно, одорваться немагчымо. А я все ж таки зараз возьму и разбуджу этого домовика. День, день, день! Что ты? Коли он прочнется, будь и вельми незадоволены. Так что? Лепш домовичку колыханку проспевать, каб яму добра засыналася? Не-не-не, Касечка, усе колыханки у вечеры. А зараз треба спевать самые прочинальные песни. Кто их ведает? Ну, нехай наши глядачи подкажут. И мне вельми подобается эта мелодия. А давайте я ее разом и проспеваем. 3, 4. Ранок починается, починается. Город усмехается, усмехается. А кто еще ведает самые радостные песни? Мне такой песни сдается песня про телемилитранди. Это цудовное место, где усе сябруют и катаются на блоках. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сдается, что Кася забылся, что чакала у гостя домовика. А давайте зараз поглядим мультфильм. Глядачи его зачакались. Ага.
Вара, тобі вельми подыходить гэты червоный колпачок. Ты быцем сапраўдны гномік. Пакуль вы мультфильм глядзелі, я паспела прачытаць усё-усё про домавічкоў. Якая ты малайчына! Аказваецца, у розных краінах існуюць свае домавічкі. Яны і знешне адрозніваюцца, і па характары. Ты спачатку пра беларускіх раскажы. Так. Наши домавічкі вельмі добрыя. Яны і двор ахоўваюць, і за парадкам у доме сочаць. І не вельмі любяць да людзей выходзіць. Але з задавальненнем з'ядаюць усе прысмакі, якія для іх пакідаюць. А ў Іспаніі домавічкі ходзяць у чырвоных каўпачках. У такіх, як у цябе зараз? Амаль што. А ў Германіі домавікі шпацыруюць у доўгіх шкарпэтках і чырвоных куртках. Ты яны сапраўдныя мутнікі! А вы ведаеце, як яшчэ называюць домавічкоў у Беларусі? Правільна адказвайце, сябры! Іх клічуць і гаспадар, і хатнік. Цікава! А домавікі дзяўчынкі бываюць? Як яны выглядаюць? Яны любяць у каляровых шкарпэтках хадзіць ці ў прыгожых капялюшыках? А няхай нашы гледачы зноў трошкі пафантазіруюць на гэту тэму. Правільна! Сябры, дасылайце нам свае гісторыі пра дамавічак. А яшчэ лепш, калі вы і малюнкі дамавічкоў і дамавічак зробіце. Самыя лепшыя мы абавязкова пакажам у дабраранку. Наш адрас добра ведаеце? Можна паўтараць разам са мной. 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Дабраранак». А калі хочаце, скарыстайцеся электроннай поштай dabraranok@gmail.com. А зараз самы час паглядзець мультфільм. Прачнуўся. Можа, мы яго разбудзілі? І правільна, няхай прачынаецца і глядзіць дабраранак. Таму што толькі ў нас самы вясёлы мультфільмы, песні і нават танцы. І самая карысная інфармацыя. І калі хто-небудзь з вашых сяброў яшчэ ніколі не глядзеў дабраранак, раскажыце ім, калі ласка, што праграма, у якой можна паўдзельнічаць у конкурсах і выйграць прызы, выходзіць з панядзелка па пятніцу. Роўна ў 7 гадзін раніцы на тэлеканале «Беларусь 3». Дабраранак! Можна глядзець і дзецям, і іх бацькам, і нават бабулям і дзядулям. А яшчэ падчас нашай праграмы можна частавацца кашай ці гарбатай. А можна заплятаць коскі. Яшчэ адзін сакрэт. У кожнай праграме мы абавязкова дурым цудоўны настрой. А з цудоўным настроем весялей ісці ў школу, дзіцячы садок ці на працу. Адным словам, не праспіце дабраранак. Да хуткай сустрэчы зранку у нашым дабраранку. Чуе, як грукнула. Бабах!